ребят, всем доброго здоровья. Решила, немножко не вижу куда, как-то у меня глаза косят. Ну, не пойму, куда смотреть надо, вправо или влево. В общем, ребята, у нас зима в полном разгаре и метель. И я в роли Деда Мороза. Хотя вроде бы завтра, кажется, 8 марта. Тогда привет от Снегурочки. Метет, а? Ужас. Я хочу показать, как трактор нам прочистил. И еще продолжает чистить. Ребят, даже не верится. Слава Богу, мы наконец-то прочистили вот этот самый страшный проход. Это просто невероятно. Закончили? Ох, ребят. Такое ощущение, как только нам дарят трактор, тут же валит снег. Я вот сижу и думаю, стоит ли трактор заказывать еще раз? Может быть, само растает, а? А то прям какая-то тенденция нехорошая. Только трактор взяли, вывезли. Тут же снег валом. Ну, ребята, как на душе хорошо. Смотрите, как у нас красиво, как чисто убрали. Ой, просто праздник, ребята. Да, мои красивые, да, снеговички мои. Быстро так дети у нас растут. Красивые мамины. Да. Что ты мерзнешь, козленок? Мамины. Так, водичка есть. А корм заметает. Корм заметает, ребята.
Господи, где же нам взять стройматериалы? Ребята! Мне уже даже стыдно просить вас. Ой. Всем привет! Ребят, зима. Бог знает, что творится. Сильными зарядами сыпет снег. Дети уехали сегодня. Трактор продолжает работать. Смотреть невозможно. Ну что вам сказать, мои хорошие? Я благодарна вам за все. Красиво у нас, ребят. Трактор уехал. Проводили.